Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня, прожив целый день в теплице, я сделала все, что хотела. Я, во-первых, подкормила томаты золой, для того, чтобы наливались плоды. Добавила в эту подкормку йод, чтобы продезинфицировать приствольные круги, почву. Потом обрезала все лишние пасынки, удалила, укоротила длинные листья, подвязала еще на раз, второе подвязывание. И мне осталось последнее сделать, обработать противогрибковым препаратом аллерин плюс гомаир. Как я его делала, я вам показывала. Это обработка профилактическая, поэтому одна таблетка того, одна таблетка другого на литр воды. И следующую можно делать через 14 дней. Раньше не нужно. Если заболевания нет, часто делать смысла нет. Препарат, это биопрепарат натуральный, экологически чистый, такой же, как фитоспорин, они схожие. И теперь про обработку. Главное вот в этой антигрибковой обработке, чтобы вот эти нижние все, сейчас опущусь, вот эти нижние части растения, особенно стволики, а если есть возможность, даже нижняя вот эта часть листа, чтобы вот этот препарат попал на все эти части растения. Потому что фитофтора откуда у нас лезет? Из почвы, и все эти нижние, самые вот такие уязвимые стволы, вот эти низко опущенные листья, нужно обрабатывать обязательно. Этот препарат хорош тем, что он, конечно, слабый, так как и все биопрепараты экологические, чистые, как и фитоспорин, как и все. Но он хорош тем, что он никакого вреда ни людям, ни растениям не наносит, он не накапливается. Если у вас плоды большие, после обработки можно кушать в тот же день. Помыл плод и все. И вот в такие периоды, когда уже, вот, например, у меня уже томаты, завязи, обрабатывать нужно начинать от фитофторы обязательно. Особенно если вот вы слышите сегодня целый день дождь, сырость, солнца нет. Нужно все-таки как-то предохранять посадки. И никто не знает, помогает это, не помогает. Может быть, все мы это делаем зря. Но делать это нужно. Если будем делать профилактические обработки, то, возможно, фитофторы не будет. Может быть, это заслуга и не обработок. Никто точно не может сказать, насколько вот действуют эти обработки. Фитоспорин, вот это аллерин, гомаир. Но делать я все равно делаю. Все, до свидания. Я вам рассказала, вот показала. Обрабатываю жуком вот с этой вот, с телескопической вот этой вот антенкой, выдвижной, носиком, потому что так удобно, можно им достать до всех, стоя только на центральной дорожке, можно достать и до этих, и до тех, и туда внутрь. Можно было бы, конечно, и маленьким, но это наклоняться к каждому вниз, особенно низ нужно обрабатывать. Если средства много, можно приствольные вот эти круги грунта обрабатывать. Лишним не будет. Все. Вот с фитофторой уже борьба началась. Первый шаг я показала, повешала бутыльки с йодом. Второй шаг сегодня в подкормку йод добавила, чтобы грунт обработать. И третий шаг по листу обработка биопрепаратами, фунгицидами. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это борьба с фитофторой. Профилактика.